Я начну с совсем такой вот избитой песни, но я ее всегда вначале пою. Так что уж, кто не раз меня, может быть, слышал, не обессудьте. Который был фестивальным в феврале, я спела песню на стихи Марины Цветаевой и пообещала, что я допишу песню на стихи Пастернака. Вернее, она была уже тогда написана, просто она была не впета, и я ее побоялась тогда исполнить. Но, в общем, я ее впела, и сейчас вот попробую это сделать. Speed.
птица на красном дадуке, накрытый черепицей в старинном чердаке. Он смотрит на планету, как будто небосвод. Относится к предмету его ночных забот. Не спи, не спи, работай. Продолговатый и твердый овал черного платья раструба. Юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы, руки, которые в залах дворца вальсы Шопена играли, по сторонам ледяного лица локоны в виде спирали. Трудный, прямой и взыскательный взгляд, взгляд к обороне готовый. Юные женщины так не глядят. Жестокий мятеж в сердце моем не отвасли. Сейчас будет песня на стихи Руслана Келина. Это такой автор из города Ставрополя. Это мой брат. Ну, правда, он очень далекий. Мы не кровные с ним брат и сестра, но на самом деле по родственным связям мы, в общем, являемся братом и сестрой. Но так получилось, что мы познакомились очень как бы в таком взрослом возрасте и стали духовными братом и сестрой. Вот, он тоже пишет песни и уникальные. Однажды он мне показал свою песню, первую, и я не могла сразу запомнить текст, естественно, ходила, набивала мелодию и написала свой текст. И, в общем, первая часть — это будет его текст, а следующая часть, ну, через какой-то проигрыш, это будет моя версия. Можно еще раз, Игорь? Руслан Келин. Да, Руслан Келин. Спасибо. Кто-то в сердце постучал, а я не успел. До Галины
убежал, а гости ушли, как потопленный кораблик плавать хотел, как без ноги в своих снах пытался идти. Выше по миру да взять, забыли сумму, шаг ступили, а верста уже позади. Как поверила на слово сердце уму, как пришли туда, куда никак не прийти. Жизнь на цыпочках тайком почти не дыша, лишь родились, а уже пора уходить. Как чудила напоследок дура душа, как не вспомнить то, чего уже не забыть. Как устала я на жизнь, отпустит домой напоследок материнским пальцем грозя. Что-то такое вот так все изложить. Нужно мне сказать. Я могу сказать, что девушка очень обалденный голос. Очень классно. О, спасибо. Ну и в общем, следующая песня будет типичная, которую пою всегда на концертах Димы Студенова, которую он организует. Единственное, что каждый раз это эксперимент, потому что я всегда ошибаюсь в этой песне. Вот сейчас мы еще раз проверим. Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Хоть раз. День прошел, проходит ночь, снова жду, когда ты придешь. В мире, где не слышно ни слова, пробирает дрожь. Ты придешь ко мне лучистым утром, чтобы остаться навсегда. Засияет и зажжется в небе снова настоящая звезда. А мне нужна лишь моя.
твоих глазах, о чудо, и останусь на земле, а мне нужна лишь малость, слава твоя. Счастья, радости. Да, Дима? Вот, такая песня, она посвящается вот как раз именно зрителям, которые умеют слушать. И в то же время мы-то тоже все слушатели и зрители, потому что вникаем к тому, что происходит на этой вот именно сцене, на поэтической сцене музыкальной. И в общем, песня дурацкая на самом деле. Ты пойми меня, пойми, я люблю, когда огни, я люблю в окне луну, ветра теплую волну.
времени? Ну, времечко уже много, конечно. Ну, все, да? Ну, если хочешь, самый последний, да. Самую. Нам библиотека сегодня разрешила попозже закончить. На нас махнули рукой, понимаешь? Вот еще одна у меня такая родилась, заключительная песня, у меня уже таких финальных песен. Ну, в общем, вот это была похожа на финальную, а вот еще одна такая финальная песня, и она новая, вот что мне интересно петь, вот новая. И она такая, ну, как бы вот... Да, вот можно, можно, да, это такая... Ты в своей финальности, а в какой? Я сейчас в этой, в ми, не в своей. Ми мажор или минор? Ну, короче, соль мажор, ми минор, ну, как бы, параллельная, да. Все взаимно, и больше нечего сказать. Взаимно, и только петь и делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь на земле.
Спасибо, друзья.